Что можно сказать в заключение? Заключение, что можно сказать? Это, кстати, крышка для среднечастотного динамика. На него страшно подуть, даже на него смотреть страшно. Я все время боюсь, что дунет ветер, кто-то хлопнет дверь, и он промнется. Это, конечно, неприятно. У меня был вариант сделать это, ну, какую-то вогнутую нишу. Я даже в солиде, опять же, разгонял это все, но получалось коряво, получался более широкий баффл, что мне не хотелось делать. Хотя это бы, кстати, пошло на пользу, в принципе, общему концепту. Как бы. Но я не хочу. Я хочу изящную, понимаете, я для себя, для дома делаю, зачем мне нужны здесь. Да. Но отказался, и пришлось сделать так. Была идея сделать какие-то вот такие две дужки здесь по бокам, вроде ручек дверных, знаете, декоративных купить. Гриль можно сделать с какими-то там перемычками здесь. Все это можно. Если бы это имело коммерческий смысл какой-то, если бы это предлагалось для производства, то, видимо, так бы оно и было сделано. А так дома я поставлю на стойки вот на вот эти. И думаю, что будет безопасно достаточно для этих динамиков. Но это удобно. Крышечки есть, что в случае там длительного неиспользования я бы закрывал, допустим. Итак, с технической точки зрения я убрал последние баги, доступные мне, моему вкусу, моим знаниям, моим возможностям, которые сопровождали работу набора из этих трех динамиков. Творчески. Я еще не оценил до конца. Я же еще вторую колонку как бы не собрал, я слушал только одну. Соберу, послушаю, скажу. Не буду писать уже отдельного видео на эту тему, потому что то, что я услышал от одной колонки, меня вполне устраивает. То есть она не проигрывает третьему сезону. А учитывая, что технические баги, которые все время мне, знаете, как это, муляя по-украински. Вот включаю колонки, да, там, допустим, послушать музыку, и вот меня гложет эта мысль, что там же вот это вот на 6, на 5 килогерцах вот эта шивка так некорректно работает, что ж ты сапожник, сапоги себе не можешь сделать нормальные. Ну вот, вроде бы как бы сделал, не знаю. А вы послушайте то, что я сейчас запишу и записал уже, и сейчас дам вам послушать еще старый набор треков, а также будет доступен на видео отдельное с новым набором треков, для того, чтобы, не знаю, порадоваться вместе со мной. Завидовать не стоит, потому что, во-первых, каждому свое. Каждому свои джинсы своим цветом морской волны, каждому по своей женщине, каждому по своей стране пребывания. Хоть родину, конечно же, не продают, она остается родиной, но пребывать, сори, ребята, да. Ну, я не буду отвлекаться, мне тут делали замечание, что ты вот делаешь колонки, не надо отвлекаться вот на там политику, еще на что-то. Ну, как же не надо, потому что оно все связано, все диктует, одно цепляется одно за другое. Если бы не эта эмиграция, я бы не работал в компании «Клипель», я бы не знал многого, мне там открыли глаза на многое. Ну, между прочим, в результате этой работы я больше на что забил, в аудио, конечно, я имею в виду, чем принял что-то новое. Но это новое, конечно, кардинально изменило мое отношение к конструированию аудиосистем. Да. Ну, это, опять же, мои заморочки. Просто с помощью вот таких отвлечений пытаюсь до вас донести какие-то... донести, зачем я делаю то или иное. С какой целью вообще. Вот. Да, короче говоря, я доволен этими системами. Это еще не конец, будет что-то еще. Мне он передали еще динамики, не буду говорить, какие вардейлы, чтобы вы не это самое. Не знаю, есть ли в этом смысл, нет. То есть смысл биологически есть во всем. То есть мы живем, чтобы
Вот, а конструирование этих систем, потому что вы их не купите, ну вот эту вы не купите, ту вы не купите. То есть это я сделал как некий букетик цветов. Но это же не значит, что вам нужны все букетики цветов. Вы смотрите на красивых женщин, не предполагая их трахнуть или жениться на них, или выплатить им ипотеку, например. То есть вы просто наслаждаетесь. Вот и предлагаю понаслаждаться вместе со мной. Давайте сначала послушаем, как играют барабаны. We'll be right back.
Засим пока, дорогие друзья, auf Wiedersehen.